Ну что ты, малыш, кушать хочешь? Я же тебя уже кормила сегодня. Подожди, мне кажется, или ты поправилась? А ну-ка, пойдем проверим. Вставай. Ну что, сколько там? Ого, 5 килограмм? Метик, так дело не пойдет, тебе нужно худеть. Так, все, теперь ты будешь кушать строго по времени. Следующая порция будет через 3 часа. Так что жди, Метик. Что там происходит? Мята! Я же сказала, тебе нельзя! Почему ты меня никогда не слушаешься? Лучше бы занялась делом и побегала! Мята, опять? Ну все, с меня хватит! Сегодня ты еды не получишь! Мятик, малышка, ты теперь 0 килограмм весишь? Кажется, ты перестаралась, когда весы подкручивала. Пойдем дам вкусняшку тебе, хитрюга!